Казахстане кончается бензин. Сегодня утром эта новость полыхнула интернет-пространство. Все деловые порталы Казахстана и России начали говорить в один голос. Осенью страну ждет дефицит топлива и серьезное подорожание бензина. Правительство Казахстана серьезно обеспокоено. Из-за задержки переработки казахской нефти в Китае наша страна испытывает дефицит высокооктанового бензина. По мнению интернет-версии издания Forbes.kz, реальным выходом из этой ситуации может стать повышение цен. Только в этом случае в сентябре Казахстан не останется без бензина. Наша съемочная группа узнала, как жители шахтерской столицы относятся к возможному повышению тарифа на топливо. Я плохо отношусь к этому. А потому что в России бензин-то подорожал, вот из-за этого Казахстан отправляет бензин в Россию, из-за того, что там налоги уменьшили платить. Не знаю, получается, экономика Казахстана меняется. В каждой стране, это, наверное, происходит. У меня машина дизельная, не знаю, как будет с бензином, но дистопливо тоже не дешево стоит. Понятно. Я думаю, что будет сложно. Уже этой осенью нехватка топлива может стать очень ощутимой. Причин этому, по словам экспертов, есть несколько. Так, частично закрылся на модернизацию один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Павлодарский нефтехимический, а два других работают на сельское хозяйство. Топливо, которое продают в Казахстане, закупается в России и продается по ценам ниже тех, которые интересны местным производителям. По мнению экспертов, ситуация с дефицитом бензина на данный момент не критическая, но проблемы вполне могут быть. Марк Брюшко, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.